Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня будем распаковка пылесоса Samsung ST4140 шумные наушники. Вышла выпуска 2006 года, кстати. Давайте будем распаковывать. Наушники. Наверное, это сам пылесос. Ну, не подойдет. Конечно. Устанавливается шланг. Шнур 6 метров. Отлично такой. Пылесоса. Давайте проверим. То есть сертификация на шутку. Давайте шланг и выдержка. Единая выдержка с шлангами. Все такое. Выдержится и все. Будем тестировать. Давай. Так, я надену шумные наушники. Так, давайте пробуем включить. И все высокое включение. Только уже все почистили мешок. Сразу пылесосом. И так. Много пылесосом.
Проверка шнуров. Чистил его мешок, потом проверил. Чистый пылесос начал пылесосить. Давай. Ну что, друзья, вот такими легкими способами не удалось починить свой пылесос. Нужно сервис сервисный центр тратить свое время. Процедура-то наша, такого пылесоса. И помните, такого пылесоса вакуумным пылесосом Samsung. А Samsung больше 2006 года. Кстати, кто такой Samsung? Это... Samsung SC4140 вышел 2006 года, кстати. У нас пылесос во времени это распаковывает и тестирует, и рассыпает печенье, и пропылесосить печенье. Смотрим мешок, надо его почистить, мешок, кстати, такого одинарным пылесосом. Одинарное печенье, такого, это такое кул печенье. Это раз не печенье, непоседский пылесос, который по 2006 долларов. Такое все, но не подписываться. Ну что, давай на этом все, ребятки. Подписывайтесь на канал. Ну, всем пока. До свидания.